В репертуаре МХАТа имени Горького, где недавно выпустили спектакли о муромских святых Петре и Февронии или о Николае II с участием протоиерея Артемия Владимирова, появление такой постановки с названием «На стриме» в кислотных декорациях, похожих на экспозицию Музея современного искусства, логично и в контексте репертуарной политики театра, считает худрук Эдуард Бояков. С одной стороны, мы следуем традиции, мы занимаемся и историей, мы занимаемся восстановлением, реконструированием наших спектаклей. Но МХАТ не существует без современной драматургии, МХАТ не существует без спектаклей про сегодняшний день, про сегодняшнего героя. Этот спектакль по пьесе прозаика и автора серии детективов Александра Звягинцева. В основе история влиятельной семьи и города Н, привычную жизнь которых нарушает с одной стороны бесшабашный художник-акционист, а с другой – следователь. Дочь сходит с ума по молодому бунтарю, а у матери 20 лет назад был роман с тем, кто ловит нарушителей общественного порядка. Перед нами проблема отцов и детей в эпоху ТикТока и социальных сетей. Мне эта пьеса очень понравилась, потому что это ситуация, которая в ней представлена, и тот социальный фон, в котором она представлена, очень близки лично мне. Я действительно думаю о поколении, думаю о том, почему же сейчас многим проще быть в соцсетях, проще быть в телефонах, отстраниться от живого общения, и почему родители так или иначе перекладывают ответственность за воспитание детей на гаджеты. Ну, все равно это происходит на соцсети, на какой-то искусственный интеллект. Желанием привлечь молодых зрителей, объясняет 33-летний режиссер Дмитрий Бигбаев, этот микс на сцене из онлайн-трансляции, живой камеры, крупноснимающей артистов, графики на экранах, рваной и динамичной пластики, электронной музыки и экспрессивных мизансцен. Ирина Разумовская, Сергей Скоридов, Новости культуры.